Канал «Таежный обитель» приветствует вас. Подтаивает у нас. Вот, приходится убирать, ручейки делать. О, там уже. Вон там на стенке воробьи сидели. Вот кормушка воробьевая. Пшено. Пшено. И вот дробленка. И пшено. И вот второй день из-за вот этого пшена, которого я тут насыпал, воробьи не садятся на эту кормушку. Даже вот теперь и дробленку сыплю. И они все равно не хотят садиться, боятся. Очень боятся почему-то. Этот цвет им незнакомый. И вот они второй день вокруг тут вот истоптали вот так. Видно. Прыгают, а кормушку боятся. Я еще раньше заметил, один раз насыпал им вот в эту кормушку сухарей, наколол сухарей. И они обычно их хорошо клюют. А тут бугорком положил, и они тоже два дня не клевали, боялись. Вот даже корм, который им не знаком, оказывается, они его очень боятся. Хотя, кто кормит пшеном, вот у меня дочка кормит пшеном, они наоборот дробленку пшеничную не шибко едят, а пшено любят. Пшено они любят больше. Если и то едят, то обычно выбирают пшено. О, Боня пришел. Че, Боня? Ах ты мой маленький. Привет. Куда воробьи у нас делись? А? Че будем делать? Ну, проголодаются, прилетят. Сейчас я еще покажу. Вот снег лежит, начинает оттаивать, но воробьи еще одну штуковину там у меня обжили. Сейчас я ее покажу. Вот они, воробьиные у меня тут сиделки. Все загажены. Вот, груша. А вот я вот такой бак взял один. Вот здесь стоял, утащил, чтобы набирать на рассаду. А, и они два бака стояли, закрытые были. А этот открыл. И вот воробьи сделали порхалище. Они тут подтаяло, и они вот в этом баке в земле. Земля стала помягче. Стали, вот ямки наделали. Порхалище. Землю на себя вытравливают у себя блох. Блох паразитов, которые на коже. Вот интересно, еще снег лежит, а им уже, оказывается, надо. Потом они и тут начнут вот по земле. Но пока нет. А тут, видать, бак железный и подогрело. И они не боятся, залезли. А там боятся кормушки. Боня лазит. Уже вот такой маленький. Боня! Боня! Ах ты! Ах ты! Ах, опа, опа, опа! Молодец! Молодец! Опа, опа! Не упади! О, носится, весна носится. Молодец, молодец, Боня, молодец. Охотник, охотник, охотник. Ну вот, на сегодня такое маленькое видео. Тополек. Весна идет. 14 марта. Масленица. Всех с праздником. Всем добра, удачи, любви, красоты, творчества, гармонии, здоровья. Пока-пока.